Radiant Team Pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. 10. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. 5. Добрый вечер. И теперь мы продолжаем смотреть Best of 5 серию, финал квалификации ГЭСК Таиланд. С вами до сих пор студия Рухаб, Эрител и Морталис. И, ребята, пики отчасти сделаны, карта вторая. У Веги подход немного изменился, но при этом бана Джакира мы до сих пор не видим. Но Чен и Лайфстиллер снова нас порадуют своим явлением в этой карте. Слишком уж немного изменился их подход. Пока только один герой... Так, я надеюсь, что ты там прежнему умер. Да, все хорошо. Доступен. Ты меня слышишь? Да, ты там пропал буквально на пару секунд. А, да нет, все нормально. А, так вот, кто там четвертый пик у нас? Андерлорд появляется у Team Spirit. Ну вот это уже поинтереснее. И Пугна-то у нас есть, и два саппорта есть. Понимаем, что Пугна медовый, остался герой для Иллидана. Я так понимаю, опять же, какой-то кэрри должен появляться. И магического урона предостаточно, нужна какая-то физика. Чем ответит Вега? Будет ли это снова Джакира? Не будет. Будет пока Дисраптор. Уже хорошая работа, отличный прокаст по области, как ты видишь. Ну и спириты отняли Андерлорда, посмотрим, что они с ним могут сделать, помимо пока что красивого, стильного зеленого пика, подходящего под Дэйр. Ну, не хватает им пока что дэмэдж-дилера, героя для Иллидана, и как ты думаешь, будет ли это опять Террорблейд? Может вполне появиться, вот вообще не удивлюсь, потому что теперь так просто их не запушить, и Андерлорд будет выполнять абсолютно ту же самую роль, что делал он и на прошлой карте в противоположной команде, соответственно, в этот раз уж точно время могут дать такому Террорблейду. И банится, кстати, Найтсталкер, я думал о нем, что Вега вполне сыграть им сегодня еще могут. Ну, а Террорблейд мне нравится. Почему нет? Что ему здесь мешает? Ну, его убивать по-прежнему можно. Ну, то есть, это Тини, да, с прокаста. Это Дисраптор со своим прокастом. Ну, там появится Блокинг Бар. А здесь он, я уверен, в этот раз точно бы появился. Правда, ну, что-то помешало. Иллидан такой товарищ, на котором, который может сыграть на разных абсолютно героях. Не удивлюсь, если появится условный Пейл. Почему нет? Ну, ждем. Просто чтобы закрепить, выключать какого-то дисраптора очень быстро, просто из драки, врываясь в него. Не удивлюсь, ну ладно, будем ждать, потому что пятый бан, вот Вега Сквадрон. Им, получается, кто нужен? У них есть Лайфстиллер, на котором сыграет Палантимас, и есть Тини, на котором, скорее всего, сыграет Близзи, либо же Андершок. Ты не помнишь, кто больше у них спец по Тини?
вообще не помню у них Тини. Я последнее, что запомнила, это Лил на Тини. И все, он как-то мне в душу запал в последней серии, которую мы смотрели. Но здесь трудно сказать. Есть шансы для Андершока взять снова того же самого Джакира, но Тини тоже смотрится неплохо. Это подстанчик, это контроль. Контроль, ты видишь, здесь набирается некоторое количество, и дизрапторы, и Тини могут хоть что-то преподать. Ну, я думаю, что Чен опять божественный контроль своими крипами покажет. Но интересно больше, что спириты будут делать, потому что банов мы против Веги особо-то не увидели, разве что вот этот вот Фурион, который наконец-то отринулся, хотя Вега сама про него уже забыла. И что они сделают? Фурион и Трент, разве что, потому что Трентом Вега играют и берут его, стараются брать в первой фазе зачастую, и вот второй раз подряд спирит от него избавляется. Ну и теперь последний бан нужно банить, ну, мне кажется, либо Пейла, либо Тирунглейда. Это вообще Джиггернаут, удивительно, и Вега Сквадрон моментально берут Никса. А вот это уже что-то другое в их исполнении, ну то есть мы не увидим того, что мы видели вчера и сегодня на первой карте, это будет абсолютно, абсолютно другой плейстайл. И кто в мид? Тини, я так понимаю, не очень сложно. Ну, я думаю, тоже так. Тут как-то больше вариантов нету. Никс хороший герой против Пугна, особенно будет искать, там, моноберничать, подкапывать. Ну, там, правда, видела всякие вьюшки на мотив Dota WTF, там, где всякие Никсы, особенно даже там еще Скаймаги пытались нападать на Пугну, и заканчивалось это плачевно для этих персонажей. Но я думаю, что Никс справится со своей задачей. Здесь, на третьей позиции, он будет выполнять роль живого варда. Вега умеет играть с такими персонажами, ты помнишь их многостраннее. Страдального Баунти Хантера, который тоже это делал, и Фантом Лансер, которого ты предполагал, появился у команды Team Spirit. Ну, зелень своего пика отчасти они сохранили, немного подвыбился Фантом Лансер из этого, но ничего страшного, Реддинты, я думаю, переживут такой потери. Будем надеяться, что это неплохое предзнаменование, то, что Спириты смогут справиться с Вегой, потому что... Нет, я рада, конечно, то, что они выигрывают, я не рада только в том, что они это делают одним пиком, совершенно ничего не изобретая, хотя вот сейчас какие-то они сами изменения для себя привнесли, то есть и мы их особо не стесняли банами и прочее. Они сами решили сменить все-таки свою позицию. И посмотрим, что Андершок покажет на Тине, потому что все остальные находятся, ну, примерно на похожем, на том, на чем мы их видели ранее. Лайфстиллер опять у них появляется. Но Лайфстиллер уже тут, видимо, раскликался с Рейдиансом на 15-й минуте, уже привык радовать свою команду. Ну, а Спириты с Фантом Лансером. Ну, вроде как здесь пик выходит для него удобный, но, с другой стороны, там неудачно подставиться под Статик Шторм, там, под Эвеланч от Эндершока. Это может для него плохо закончиться. Ну, или да, подставиться может. В его исполнении подобные вещи мы видели неоднократно. Но в этот раз мне симпатизирует пик Спирит очень сильно. А вот что ждать от Веги вот с таким набором персонажей? Будем смотреть. Вот этот Никс сложный. Сможет ли он быть таким же полезным, как Найтсталкер сложный против Нави? Немного другая функция у героя. Ну и в первую очередь, наверное, берется он против Пугны. Да, да, мы это будет стараться справляться именно с ней. Моноберн. Проблема для Пугны, большая проблема у Пугны. Если я не ошибаюсь, самый большой прирост в доте, прирост интеллекта за уровень. Да, 4,5 единицы, это огромная цифра. Причем раньше вообще 4 было, то есть еще в свое время героя усилили. Так, здесь нападение на Сёму пошло, и Сёму будут два саппорта пытаться сбивать. Тот, как мы видим, качал Kinetic Field, но я думаю, не от хорошей жизни. Не хочешь ты качать Kinetic Field на первом уровне зачастую, но пришлось. Теперь придется ждать как минимум третий левел, чтобы быть максимально полезным. Помню, некогда был еще и Фантом Лансер, герой с самым большим приростом ловкости. У него было там 3.3, что ли, или 3.5 даже ловкости за уровень. Но сейчас это порезали, ну, давным-давно уже порезали, на самом деле. Я затрудняюсь сказать, кто самый такой ловкий ловкач. Остается ли это Фантом Лансер, или есть какие-то другие герои ему на смену? Если честно, не интересовался этим вопросом. Но, видишь, спириты, ну, на мой взгляд, неплохо подрафтили. Они могут с таким эту игру взять, учитывая то, что Вега пошла на эксперименты для себя, взяла для себя не такой привычный пик, и это может сыграть против них. Все-таки... Ну, тебе то есть тоже, да, пик спирит больше симпатизирует? Ну, я понимаю, что ты там трешь свой талисманчик за спиритов и прочее, но объективно не пик лучше. Я вот очень сегодня хвалю на протяжении всего дня команду Вега Сквадрон, и на прошлой карте мне не за что похвалить, например, спиритов. Так что ни в коем случае, если просто сработает вот эта система и тенденция, что спириты всегда выигрывают матчи, которые комментирую я, то это будет просто забавно. Если же нет, то традиция прервется, а Вега пока к этому ближе. Потому что ведут со счетом 1-0, мы напомним.
И линии, кстати, посмотри, какие интересные. В миде вообще стоит Близи, и в итоге уходит. Вроде а Фобоса. Там, с другой стороны, Фобос, да, на Андерлорде. Не часто этого героя увидишь в миде. Ну, здесь с ваплайнами вынужденный был, пытались они покомфортнее устроить для своих кэрри-персонажей, но в итоге все равно получается Андершок против Фантом Лансера не очень удобно там, или да, на ранних уровнях может очень так хорошо подстрять под его прокаст, но здесь Заяц пока без крипов рядышком не нашел для себя ничего подходящего, но в целом в ближайшее время он все-таки там может ферзблат на Иллидане оформить, попытаться, если, конечно, ему удача улыбнется с крипами. Ну и Палантимас притягивается на мид, и также Год сюда подошел от команды Сил Света. Все-таки свапы пошли дальше. Опять ищут друг с другом линии. Вот именно Год хочет стоять против Лайфстилера и действительно может в этом деле преуспеть. Дека Фобос. Решили даже вот дабл на дабл устроить. Правда, мне кажется, тут Фобос хорошо работает как щит для Года. Пытается отвлекать от него внимание, учитывая то, что у Года хороший рейндж атаки. Но вот немного мучает монобёрд над Близи. Это действительно большой минус. А замечательная линия, да? Андерлорд плюс Пугна. И Рубик там стоит. А наверху смотри за то, как он и радуется просто жизни, он смеется ФНГ. Ну потому что смотри, тут у нас Сёма против ФНГ, да. Саппорты пятой позиции стоят друг против друга сверху и радуются, что дают им получать экспу. Сейчас третьего уровня оба станут в скором времени, а на миде до сих пор перестановок никаких. Я уж не знаю, что они делают, но это выглядит как минимум забавно. Действительно, но, знаешь, я видела уже победу с хардлейнером Дизраптором, который очень быстро набирал уровень, там еще и Дискорд сверху собрал, так что я насчет этого не преуменьшала его заслуги, вот по поводу Рубика не знаю, а Дизраптор с хорошим уровнем, ранним хорошим уровнем может сделать очень и очень много грязи. Вот Год, правда, его недополучает, это большой минус, и учитывая его печальный крипстат, хотя у Палантимуса все еще печальнее, это выглядит не так уж и красиво. Ну, тут власти... Ты думаешь, когда кто-нибудь первым дрогнет и поменяется все-таки. Ну, я, конечно, здесь... понимаю, что там товарищи сверху просто в восторге от того, что сейчас происходит, но пора бы, наверное, уже и да, отправить кор-героя получать экспу, и вот отправляется туда Близи, как мы видим, а ребята из Team Spirit продолжают настаивать на своем и гоняют. Да, своего товарища бы его в беде бросил, потому что Палантимус и так люто недофармливает, так теперь еще и без поддержки остался. Ну, на деле там Нюкс мало что мог сделать, парочка моноберных, а копейки у Пугна стоят Декрипифай, поэтому он мог и продолжать дальше. А тут Иллидана подстанили, все-таки на нем будет ферстблад, видимо, дерево закидывается, дэмэджа хватает все-таки, и Андершок забирает Иллидана. Действительно, просто Заяц ждал удачного крипа для себя, и этим крипом оказался именно кентавр-захватчик. Ну и бросили, просто бросили Иллидана здесь на произвол судьбы. Линия против Тини не самая легкая, тем более здесь помогает ему Чен. А вот в соло Фантом Лансерам здесь стоять будет тяжело. И посмотрим, уйдут ли саппорты Team Spirit сверху, потому что Бивер его покинул. Уж непонятно, с какой целью. Ну, знаешь, мне кажется, что Чен должен уже перетягиваться куда-то поближе к миду, потому что то, что сейчас творится с Палантимусом, это даже... гноблением нельзя назвать, это просто полный развал. Это действительно такой недофарм, из которого будет очень трудно вылезти. И ему главное, экспириенса не достает. Вот Год все это время стоит в дабле, и все равно опыта у него больше, чем у Лайфстилера. То есть тут и Денай есть, и Ласхитить ему вообще не дают. Я думаю, что нужно все-таки поменять точки своей атаки, агрессии. Бивер. Слэйр. Слэйр тут, кажется, его должен забирать, хотя не хватает маны. Вот был бы здесь Thunderstrike, было бы, конечно, легче. Но все равно дэмэджа с руки хватает, и это очередной фраг для команды. Вега. Ну, это второй фраг, казалось бы, но то, что творится на миде... То, что творится в табличке слева сверху, где мы видим только Тини в топ-5, и дальше целых 4 героя Team Spirit, и до сих пор Год с Фобосом. Да, давненько я подобного не наблюдал. Снизу все-таки пришла поддержка ПЛу, уже перетянулся туда Бивер, ну а Рубик продолжает получать экспириенс, 4-й левел, и он наконец-то улетает, и наконец-то Фобос покидает центр, поняли, что хватит, наверное, извращаться, и сейчас Год и сам справится с Лайфстилером, который сам, судя по всему, не очень-то хочет против соло Пугна стоять, и тоже идет наверх, ну значит, на миде должен будет Близи в скором времени оказаться, ждем. Рубик бежит вниз, там Чен, там Тини. 3 в 2 можно попытаться придумать какой-то фраг, тем более сейчас идут за Иллиданом, который
По таврам. Задоджил просто кентавра таким образом своим гангером. Тавр танкует, между прочим, все это время. Есть от него уже эваланч. У Иллидана большие проблемы по хп есть, но пока что он стики прожимает, живет, а вот Андершока проблемы. Он минусуется. Зайца тут подловить, наверное, не получится уже, но провал. Небольшой провал получился, но Ти не мог переагрить тавр, он не стал это делать упорно. И в итоге все-таки не дожил до заветного момента пленительного счастья. Заяц отходит. Ты видела, что сейчас произошло на центре? Нет. Летел сюда Фобос с базы после смерти. Пытался год уйти на верхнюю линию. Слайер это увидел и отправил его снова в мид. И снова Пугна с Сандерлордом там оказались. Ну и вот год теперь на ноге туда бежит. Тратит, конечно, много времени. Много опыта потеряли кор-герои на всем этом деле. Но зато саппорты какие сейчас боевые. Там Рубик уже четвертого, Дистап четвертого с другой прям стороны. Прям как лайфстиллер, да. Да, лайфстиллер, конечно, но пока он нашел позади для себя зону комфорта, хоть как-то по крипам стал выравниваться, бросили его на произвол судьбы, а Иллидан опять тос эваланч. Ну и Андершок, судя по всему, подстрял. Есть по нему копье, есть телекинез, держит его на месте, Заяц пытается как-то подсейвить, и сетка тут же снимает ее себя Иллидан дупельгангером, но Бивер здесь подстрял. Бивер далеко зашел, пытается мансить, Виджина не давать, еще Ремблдер успел выдать, но погибает все равно, но вместе с разменом уже на Тине. Хороший размен получился в пользу команды Спирит. Хороший. Тут, безусловно, Спирит в плюсе оказались. И дальше, посмотря, так продолжается. Копье еще одно будет. Телекинез есть. Копье не успел дать, потому что кентавр подстанил. Здорово сыграл Заяц. Сейчас мог погибнуть. Погоню продолжает, потому что Эрспирит рядом. И Заяц все-таки не ушел. Да, упорно шел. Тем более отличный размен. Ну, упорно шел к вражескому шрайну. Я думала, этого можно было ожидать, учитывая то, что он от погони спасался. Ну и что, видим, стадия лейнинга закончилась плюсом для спиритов, но все равно еще может выровняться лайфстиллер. Нашел для себя очень-очень свободный лейн. Вот, наконец-то, вот год пришел на хардлинию, и теперь обратно уже перешел лайфстиллер на мидлинию. То есть ищет для себя место поспокойнее, начал об этом заботиться гораздо больше, и пауэртресс своего фармивает, хоть и с большим опозданием. И, может быть, лайфстиллер в этот раз не купит очень тайминговый рейдианс. Может быть, он появится чуть позже. Тогда примерно 15-16 минута была. Но вот старт не задался. Сейчас нападение на Фобоса, который использует ультимейт. И на всякий случай его здесь сейвил Бивер. В итоге Фобос отменяет телепорт, а вот Сёма не уходит. Сёма оказался там, где Дик должен был оказываться. Ну, зашел слишком далеко, хотел, видимо, Thunderstrike кинуть или, может, глимсануть кого-то, но не получилось. Все-таки он погибает, смертью храбрых, год свой прокаст реализовал. Хороший у него уровень, уже третий уровень бласта, лайф дрейнит, поэтому побороться с ним трудно, если, конечно, до него не добираться. Тут есть чем забирать года, более чем есть, то есть прокаста хватает, ну, не прокаста, а просто дэмэджа в секунду, чтобы с ним разобраться, но просто до него нет возможности добираться пока, учитывая то, что Вега стеснена в возможностях привлекать ресурсы в драку. То есть там Палантимуса трогать нельзя, Чен тоже не всегда на месте. Вот сейчас есть небольшие проблемы у Близи. Близи есть какой-то Близи видели, там поставили вард, и за счет этого контролили ситуацию с Близи. Причем хотели как-то забайтить, может быть, то есть не показывать. Но вард до этого разрушили секунды ранее, и Близи тоже понимал. Сам, в свою очередь, из Вендетты не стал бить, хотя мог просто лишний дэмэдж выписать. Не да ладно. Лайфстиллер теперь сверху, снова там, где нет вражеских героев. Ну, частенько так Палантимас действует, и на прошлой карте, если мы вспомним, там, как правило, весь состав Вега перемещался в одну точку карты, параллельно Палантимас был абсолютно в другой, и команда справлялась без него, а он, в свою очередь, фармил свой привычный Рейдианс. Так, и сейчас нападение на него сверху, но убить будет очень тяжело. Рейдж есть, паут есть, и Палантимас спокойно отсюда уходит на центр. ТП, сбить нечем. И опять он продолжает свой фарм на центре, то наверх, то на центр, то наверх, то на центр. И это, в принципе, вот геймплей последние минуты 4. Ну, тут Андершок опять аккуратненько держаться пытается. Слэйр рядом, в случае чего помочь может, но Сёма не всемогущий пока что. Был бы у него ультимейт, разговор был бы совершенно иной. Но тут Фантом Лазер еще с 10 стиками, попробуй его прихватить. Нападение на Близи, тот использует стики, до этого прожал Карапас и прячется в инвиз. Но там были варды, поэтому Близи погибает, ФНГ зарабатывает себе этот фраг. Третье убийство для него подряд, у него уже 7 уровень, есть арканы, у года также есть арканы, и Спирит потихонечку начинают с этими бластами кушать. А там еще Иллидан разбирает, вот это уже навалились. Но тут Заяц очень вовремя потянулся с кентавром-захватчиком, и что ж, в этот раз они сработались хорошо, забирают его и выигрывают 500 золота с него одного только на всю команду. Вот это выглядит красиво.
Докопов да, с тем временем 8 уровня. Просто убивать. То, что, вернее, они убивают вражеского кора, это всегда полезно. Там сколько раз уже? 2 раза погиб. Иллидан, в свою очередь, Палантимас не погибал. И, несмотря на довольно ужасный старт от лайфстиллера, он потихонечку возвращается. И вот эти 700 единиц золота отставания, это не так уж и много, учитывая, что спирит вышку уже успели забрать, а Вега пока еще ни одной. Ну, вот лайфстиллер уже взял себе Блайстоун, скорее всего, это намек опять на выход Рейдинса после этого креста, поэтому он будет держать этот предмет у себя до последнего. Спеллстил появляется у Рубика, и он уже ходит с самонаберным, ищет для себя таргет. Видимо, Близи хочет им же и прихватить. Рядом с ним есть Пугна, они таким тандемом уже совершали фраги на этом же Близи. А получится ли в этот раз, учитывая то, что Никс жирненький? В этот раз Вижена нет. Да, Вижена нету. А Вендетта есть. ТПА вот просто делает, не стала рисковать собой. А тут опять Иллидану проблемы внизу устраивают. Опять здесь слишком много героев находится, и нужно ему перемещаться все-таки на другую линию. А вопрос куда? На миде слишком много тоже героев периодически гуляет. Наверху уже Т1 вышки нету, и просто негде бить крипов. Хотя там Т1 вышку снесли, уже стало полегче. Теперь крипы будут поближе к безопасной зоне для команды Спирит, и, возможно, там он и обоснуется. Ну, а год продолжает толкать верхнюю линию и активно уже подпушил Т2 вышку. Еще пара таких заходов, и он снесет и ее. А вот Team Spirit в смоках находился сейчас Рубик. А кто еще в смоках? Еще Бивер. Ну и что, втроем вот такую атаку совершат на Никса. Что там по Вижену? Вижен... А Вижен-то есть? Silence. Есть Сайленс, а дальше? Дальше есть еще чем поработать, хотя тут уже есть отличный карапас от Никс-Ассасина. Терпится сейчас Слеер, попался. Слеер под проказ года попался и должен погибать. Хотя успел подловить на свой ультимейт Бивера, тот может погибнуть, хотя успел закончиться здесь уже Кинетик Филд. И Бивер еще напоследок выживает на последнем тике. А потому что Близи не попал импейлом. Попал бы, то Близи бы погиб, там урона бы хватило. Но, увы, потеряли саппорта и также вышки лишились Вега-сквадрон на центре. Ну а Иллидана продолжают давить Чены и Тени, они после того, как снесли вышку, не хотят давать ему пространство и эту линию до сих пор не покинули. Хотя мог уже давно Тени сам начать перемещаться по карте, что он, кстати, имеет. У него есть блинк, это очень важный момент. Пугна, Рубик, Эрспирит, все эти герои с прокаста от Тени после блинка могут очень быстро отъехать, поэтому нужно им быть теперь очень осторожными. Действительно. Но знаешь, все равно спириты, я думаю, могут продолжать давление в плане пуша. У них есть год с хорошим уровнем Незербласта, уже за Макшином, правда, он вообще вард пока что игнорирует. Но это шанс зайти и забрать там внешние ТВРа тоже минут за 25, как это было с ними в прошлой игре. Угу. Спугнуть это, возможно, даже еще проще сделать. И самое главное, что такими мувами вы создаете спейс для Иллидана, потому что если вражеская команда будет дефить, он будет спокойно бить крипов. А, соответственно, лайфстиллер будет фармить поменьше, если в драках будет участвовать. Но пока нападение сверху на него, не так-то просто его убить. Рейдж пока решает абсолютно все вопросы, поэтому лайфстиллер вне опасности. И атака провалилась. Пока что, но может и потом все будет решать. Я просто думаю, что в перспективе можно будет с ними делать. Разве что надеяться на фокус Фантом Лансера, а тот тоже львиную долю своего дэмэджа. А внизу тем временем забрали Чена. Есть еще Андершок, его все-таки успели телепортировать на базу. Ну, спас своего тиммейта, как правило. Как-то обычно и бывало ценой своей жизни. И 200 золота отдает за себя. И что, тут Близи еще стоит. Видит он Иллидана, сейчас может попытаться его лопнуть, хотя нет, Шрайн прожимает и просто отходит. Но понимает, что в любом случае, на кого бы он ни вылез, он погибает и, скорее всего, даже забрать не получится. Ну, это заканчивается со счетом 7-5 в пользу команды Spirit. Преимущества по деньгам нет никакого, и я хочу вернуться к разговору о Палантимасе. Вот полагается Фантом Лансер на свой монобрейк, а, ну, ясное дело, через рейдж лайфстиллера это не работает. И что с ним делать? Там еще и Рейдинс будет, который будет мешать Иллидану. Ну, мне кажется, если Иллидан будет играть с Иовой, под фокус не попадет, а фокус будет сложно по нему оформить при покупке БКБ дальнейшего, ПЛ в такой ситуации может быть фаворитом против лайфстиллера. Плюс не забываем про Decreepify, который может подсейвить всегда там тиммейта. Плюс не забываем, что Underlord будет сейвить команду своими защитными артефактами. Поэтому, в принципе, с лайфстиллером найдут чем справляться ближе к лейту. Сейчас, да, сейчас он, пожалуй, неуязвим. И он пошел в атаку вместе с Близи.
Да, есть. И Сентри. Есть. Какой же блестящий Сентри ставит ФНГ. И, скорее всего, Близи может здесь не выжить. Продолжается погоня. Лайфстиллер выскакивает, начинает бить ФНГ, но понимает, что без шансов что-то тут придумать. Ну, ему самое главное самому спастись. Но есть Тинни рядом, и Тинни прыгает и убивает в секунду просто ФНГ. И тут же 2 дропаута. Пытается спастись, года не получилось спастись. Ультимейт еще от Слэра, но здесь ли он уже приехал. Как ему не выбраться слишком сильно. Хотя тут еще пытается бороться, есть декрепифай по себе. Ну, тут уже Андершок приходит с тосом, и тонкий-тонкий год разваливается. И это минус. Ну, Сима молодец. Просто глимсанул, пугнул. Отличный минус 2. Вроде атака началась плохо, потеряли там героя, но при этом... 1300 золота добились. Отыграли. Да, это 1300 очень, это много. Очень много денег. 11 уровень у Андерлорда, тут он не выглядит таким непобедимым, как это было в команде Вега в прошлой игре. Но здесь он не такой богатый, стоит это отметить. Есть пока авангард, я думаю, что именно на физический дэмэдж здесь стоит работать. Хотя, когда в команде есть Дизраптор и Тинни, уж точно стоит заботиться о магрезисте. Да и то, и другое придется покупать. В любом случае, это стандартный набор сейчас любого уважающего себя Андерлорда, поэтому увидим и Пайп, увидим и Кримсон. Просто чуть позже, чем на прошлой карте, здесь поменьше вышек все-таки снесли. Там к 17-й минуте все 6 были снесены, а здесь лишь 2 пока. Тут еще Иллидана поймали. Осилили спирит и теряют Иллидана, скорее всего. Да, тут минимум ресурсов. Забрали Иллидана, опять не дают ему фармить. И как ты видишь, он очень сильно стал отставать по нетворсу. Начал вроде как неплохо, там вроде и были 2 смерти, но при этом он фармил качественно, а теперь уже... Спейса не хватает, возможности не хватает, в лес пока что не уйдешь, и Diffusion Blade никак не вынесется. То есть и не подраться, и не пофармить нормально, и он застрял вот в этой мертвой точке пока что. А тут еще и подцепили, также забирают Рубика, Бивер немного подстрял, хотя Андершока пытается надамаживать. Отлично, от него Магнетайз был по 2, Слэра тут просто лопает год, ну и должен с ним разбираться уже через Питов Малайз. За Андершоком, скорее всего, не погонится, тут уже мало шансов его подцепить. Хотелось бы, очень бы хотелось, Бивер, нет, не пойдет никуда. Ну, там камушек уже так не закинешь далеко. Только тогда откатилось у него все, что нужно было для нападения. И там они уже были на своем хайграунде и достаточно далеко. А тут Иллидан с Палантимусом борется. Пока что еще без Diffusion Blade. Тут еще есть и Инфест. Регенится сидит. Ничего от этого не потерял ровным счетом. Но все равно Иллидан от него не отстает. Опять есть копье, но Палантимус даже не пытается всерьез обороняться. Как только у него начнутся реальные проблемы, он просто тэп-аут сделает. Ну а так щекочет его немного. А тут еще есть подкопчик. Ну, прошу прощения, какой подкопчик. Это просто был Эваланч, ФНГ, чуть был не погиб. Бивер также живет едва живой. Но без смертей обошлись. Получилось как-то здесь задержаться. Ну вот он сильный Тинни, который прыгает и с прокаста чуть ли не 2 саппортов убивает. За пару секунд повезло, что были рядом тиммейты, и в итоге они выжили. Но все равно, этот Тинни, он первый по нетворсу, он отстоял очень простую для себя линию. Не без помощи Чена, безусловно, но тем не менее. Ну и Лайфстиллер, самое главное, который вначале испытывал, наверное, большие проблемы, нежели ПЛ. ПЛ как раз до сих пор опережает. Иллидан очень долго выносит слоты, как правильно сказала, даже нет диффузов до сих пор, а минута-то уже почти 20-я. А при этом у Лайфстиллера... Только-только сейчас купил. Да. Появляется уже Radiance практически. Там не хватает 150 золота. В ближайшее время нафармят. А пока уже пытаются на пушты 2 вышки зайти спирит. И тут буквально штуки 4 бластов нужно по Т2 вышки. Самое главное, году при этом не подставиться. Он поставил бы себя защитный вард. Время, с другой стороны, Рубик погибает. Это ну, просто такая побочная работа от саппорта и близи команды Вега Сквадрон. Но вышку должны терять, но как-то слишком уж медлит команда спирит. Могли по-быстрому попытаться забрать, но аккуратненько, не подставляясь, пытаются играть. Есть Даркрифт, и теперь уже буду спасаться. Правда, Бивер решил не с ними быть. Так, пешочком пройтись. Видимо, за своим здоровьем следит. Ну и 14 уровень у Андерлорда, и появляется, наконец-то, у него пайп потихонечку. 800 золота осталось на рецепт. Есть Вангвард, Кримсон тоже не поспешил апать, хотя это было бы дешевле, чем начинать собирать с нуля еще и пайп. Ну, посчитали, что физики просто немного сейчас у Веги, есть все основания так считать, потому что у Лайфстиллера слотов пока не очень много, но здесь ловят ФНГ в очередной раз. 4-я уже смерть капитана команды Спирит. Инфест и Рейдинс показали себя в полной красе. Ну, это да, только 5-я позиция, но все равно, вот как обычно, как это Вега и делает, они ловят своих оппонентов на ошибки и разбираются с ними. 9000 золота есть уже у Тинни, у него скоро будет появляться сабля, и он тоже будет становиться очень опасным элементом общества. Ну, сейчас он тоже опасен за счет прокаста, но там еще и по физике выдавать начнет. И там даже еще и Сильвер Эдж будет появляться. Хорошее решение против Андерлорда в первую очередь.
с его пассивочкой, которая много проблем доставляет. Ну и также можно побороться с Фантом Лансером. Ну, там, правда, с Лансером труднее, еще попробую найти оригинал. Рошана пойдем бить на 21-й минуте с одними диффузами. Очень рискованное решение от Спирит. Ну, подходит, наконец, Тандерлорд. Пугна также приближается. Вега прекрасно понимают сейчас, где находится соперник. Никого нет на карте в данный момент. И можно выбрать позицию. Туда может просто прыгнуть Тини, продолжить это все дисраптор и поубивать там всех. Слэр. Спирит рискует. Очень рискует. Ультимейт готов поставить здесь, но успел только один кинуть. Плохо сыграл Сёма. Ужасно сыграл Сёма, на самом деле. Он пошел первым, он ничего не успел ровным счетом сделать. И да. Теперь, имея плюс один, Спирит могут Рошана добить, на самом деле. Добить или нет? Ну, здесь уже Заяц выходит, пытается хоть как-то отзунивать на себя персонажа. Андершок, с другой стороны, тоже ловит некоторый дэмэдж. Незервард неплохо решает ситуацию. Это отгоняет Вегу и заставляет их держаться подальше. Все-таки это тварь сильных дамажит, тут еще и Близи. Попался немного, но он Карапаса просто нажал, и весь дэмэдж, соответственно, заивейдился. Ну, а Иллидан продолжает бить, еще и Палантимус просто в наглую заходит и забирает. Забирает здесь все равно Иллидан этого Рошана, а Игис также успевает подобрать. Ну, и, правда, тут Дакофобус очень-очень сильно дамажится, нажимает Дарквик, пытается увести с собой команду, пока есть Аегис, пока все живы, очень-очень лоу хп, и без потерь спириты отходят. Ну, молодцы. Там Диспайпа они еще дрались, только-только он прилетел до этого. И хорошо, повезло сейчас спиритам, что они... никого не потеряли, потому что все началось с не самого, наверное, лучшего решения в исполнении Сёмы. Он пошел первым, он не дождался Тини, он не сумел потратить вообще ни одной способности, кроме кинетикфилда, и, к сожалению, на него моментально переключились и быстренько от него избавились. Ну а дальше без такого важного героя, без его важнейшего прокаста, сделать ничего не получилось. Да, после лучше в этот раз ультимейт от Слэра сработал. Сёма... хорошо ситуацию разрешил, отличный минус от команды Вега, и опять отпускается все дальше и дальше Фантом Лансер по своему фарму. Очень далеко он сейчас находится относительно Палантимуса. Слэр попался, Слэр забирает, но размен такой себе, если честно, для команды Team Spirit. Ну и смотри, видишь, остает уже на 1500 золота примерно от Палантимуса или Дан, там еще дальше впереди находится Тини. Но Тини просто фрагов больше перепадает, но задар у него очень и очень уже боевой. Там дальше будет и сабля, будет еще, и, я так думаю, Сильвер Рейдж, а там дальше может и жир какой-то появится. Опять на Палантимуса выезжает и Сайленс по нему, на этого Сайленса уж точно не хватит, пытались его надамажить, но в итоге он отжирается просто от Бивера, и Бивер погибает. Близи, Близи попался, Близи пострял, по Близи пласту могут попасть, и Близи это будет минус. Опять с разменом, опять с... ну, сейчас поудачнее получилось, все-таки хотя бы хардлейн на четвертую позицию, и действительно 400 золота в плюсе остались спириты по итогам этого файта. Ну, как-то слишком нагло Вега полезли. Они могут позволить себе продолжить фарм. Понятное дело, что не очень долго, потому что ПЛ начинает разгоняться, но по-прежнему Палантимус фармит быстрее с Рэдиансом, чем Иллидан с тем набором, что есть у него. И мне просто интересно, пойдут ли Спирит, либо они будут затягивать эту игру, потому что вышки стоят, вышек еще очень много, снизу даже Т1 не тронуто, а есть у вас Пугна. У Года также появляются слоты, Год будет покупать себе Ганим после Айон Диска, половину уже купил, и выдвигаются в сторону Т2, там она очень битая, один бласт. Ну, хотелось бы сюда Года, да, он там потихонечку семенит уже сюда. Есть, кстати, у Года Айон Диск, Аганимчик себе делает, ну, более-менее в жир собирается, плюс это хороший апгрейд для его ультимейта, и линза есть сверху, то есть, по сути, для своего персонажа он по максимуму собрался. Вот опять я вижу в очередной раз в такой выгодной, казалось бы, ситуации, и Вега, и Спириты отказываются от Дискорда. Ну, лишние деньги, может, решили, что не нужно, хотя это тоже жир вполне сильный там, и броня, возможно, как-то хотя бы лишнюю тычку от Ластиллера пережить, что в целом маловероятно. И Кримсон Гвард появляется у Андерлорда на 16 уровне. Ну, резист есть. По сути, такой же большой, какой был у команды Вега в прошлой игре, когда они тех спиритов сносили. Но поможет ли это против того, что есть у Веги на данный момент? Это уже вопрос более серьезный. Опять тут Иллидан. Попался и попали по нему импелом. Опять Сёма выходит с ультимейтом, и это минус Иллидан еще. Снова ответить никак не получится, поэтому... нет смысла ничего придумывать, Андершок поймать его практически нереально. Ну, просветили, а дальше там летит уже Никс, летит Дисраптор, по-прежнему живет Андершок. Ну, наконец-то добрался Рубик, все-таки убили. Хотя крепкий герой Тини, две с лишним тысячи. Прокаст просто сумасшедший вливается, да, в Декрепифай. Поэтому получилось. Но теперь без ПЛ, наверное, лучше отступить. Вот использует Фобос свой ульт и уходят ребята.
Ну что ж, по итогам прошлого Рошана-то, кстати, деньги какие-то спиритом перепали, все равно вот преимущество на нуле все это время держится. Без Аегиса, насколько я помню, они почти сразу остались там, и не было шанса его сохранить. И вот Иллидан, конечно, сейчас очень и очень много теряет со своими смертями. У него появился Diffusion Blade, появился минут 5 назад, не помню точно, и с тех пор он его, по сути, не показал никак. Не было никакой драки, где-то Диффуз себя проявил. Ну, беда в том, что Иллидан погибает, а Лайфстиллер нет. И Лайфстиллер до сих пор не имеет ни одной смерти. Уже прошло 25 минут. И пока Иллидан отдыхает, Лайфстиллер продолжает фарм. И Тини продолжает фарм, как правило. И отставание Иллидана там уже в районе 2000, а то и 3000, там, если сравнивать с Лайфстиллером. Ну, команда пытается пока за него отдуваться, пока он фармит. Она выигрывает ему время, она выигрывает ему спейс, она пушит вышки. Пока вроде работает, но нужно затягивать обязательно эту карту для ПЛа, потому что сейчас он абсолютно не боеспособен. Ну, знаешь, что, подожди-ка, файт наверху должен разворачиваться, так как Фобос есть еще и Тос по Рубику, тут же он погибает, также там камушек полетел неплохой, по двоим Сайленс, по двоим вышел, Андершок выбирается из Сайленса, также ультимейт от Сёма есть, по Фобосу, и Фобосу, скорее всего, за всех страдать будет, хотя держится за счет Кримсона, за счет пайпы своей, выживает пока что, но это временная мера, сейчас уже его Палантимус будет грызть. Но на самом деле, действительно, он жирноват, не так уж и просто он дается Веге, очень долго его били, и пока это происходило, успел спастись как минимум год. Ну и года пока что хватает, ты правильно отметил. То, что там прокаст есть у спиритов, дерутся без Иллидана, но это временная мера, рано или поздно все-таки и его не будет хватать. Сини там будет слишком опасен, он не будет так подставляться под фокус, и ультимейт от Дизраптора будет уже не по одному персонажу, потому что Вега опять выходит в одного персонажа, ловит его на ошибки и продолжает фармить. И я думаю, что уже того, что есть у спиритов на данный момент, будет хватать. Вот сейчас на годы вышли. Андершок. Ну вот он ПЛ, копье прилетит в Андершока. Андершок, по-моему, перебыковал, Андершок погиб. Вот эти микромоменты, которые Вега сами совершает, вот они выигрывают преимущество, идут сразу на поиски очередного фрага, отдаются. Иллидан говорит, спасибо, ребят, я еще минутку пофармлю. И вот так это может происходить еще полчаса. Я вообще не удивлюсь, если эта карта продолжится очень долго. Хоть и у Спирит хороший пуш, но со слабым Фантом Лансером они никуда не пойдут. Максимум, что они могут сделать сейчас, это забрать внешние товары, и то, если Вега позволит. В остальном же и те, и другие будут испытывать проблемы при заходе на хайграунд. И только в случае большого количества минусов одной из команд это удастся. Так, а там внизу опять ловили ФНГ, опять это через ультимейт от Семена. Ну и тут уже Иллидан подошел, Зайцем разбирается, очень быстро успевает он забрать его до телепорта. Но тут, правда, уже улетает второй саппорт. Ну, опять фраг шальной, перепадает опять он не в руки Иллидана, ФНГ его себе забрал. И знаешь, вот справедливости ради хотела сказать до этого то, что спириты чаще подставляются, чем Вега, но это уже второй фраг подряд в пользу команды Спирит, исключительно на ошибке команды Вега. Ну и, кстати, появился Монтестайл. Чаще на один фраг, 15-16 счет у нас на карте. Ой, не знаю, карта очень такая равная, что ли, и не могу никому предпочтение сейчас отдать до сих пор. Просто у Веги абсолютно другой пик, если сравнивать со всем, что мы до этого видели, и пока вот этот Никс себя не проявляет. То есть все, что мы видели в его исполнении, это какая-то инфест-бомба, и то после появления Рейденса на Лайфстиллере, то есть начиная с 20-й минуты. Да, они совершают эти фраги, но, как правило, потом, как ты отметил, ошибаются и сами отдают одного-двух героев. Yeah. Ну и сейчас Спирит в такой интересной позиции находится, и ПЛ-то с ними, и на ПЛ, может быть, будут байтить. ПЛ танковат, если честно, хотелось бы тут и Тараску увидеть, и Бабочку, прежде чем он начнет всерьез выбираться куда-то. Но, правда, и это ему может не помочь, но это уже отдельный вопрос. Близи. Опять он на варде попалился, отлично, и будет тут, прошу прощения, в центре вард команды Сил Света. Ну и Близи попался, теперь уже есть отличный ультимейт и от Сёмы, поставил его под Экофобусу, Иллидана подловил, Иллидана надо забирать, Иллидан успел все-таки выбраться, есть от него Доблигангер. И Андершок подставился, Андершок очень быстро погибает, ну и тут очень большое количество урона год наносит, в итоге это минус 2 в размен одного только Бивера. Хороший размен получился, еще и Зай, с другой стороны, должен от Иллидана погибать. Ну, а тут уже и Палантимус включился в драку, но никого просто догнать не может. Он один, его кайтят, и да. Его сейчас также будут пытаться добить. Он уходит, мана заканчивается. А пойдут до конца? Нет, до конца не идут. Да и нет в этом смысла. Можно спокойненько всей командой. Ну и Слэйр еще подставился. Встретить Сёму, который непонятно, что просто здесь забыл. Просто один в центре решил все. Отличный центр, все запорол для команды Вега и... По итогу этого файта выигрывается 1700 золота. Все, что успели тут наиграть Вега, они проиграли на данный момент. Ну, еще и Тауэр, разумеется, отходят спиритом.
Ну и сразу мы видим кардинальные изменения в таблице Нетворсов. Там целых три строчки после Палантимаса занимают герои Team Spirit. И насколько же влияет сейчас в драках наличие Пайпа и Кримсона? Что на первой карте, что на второй. Вот у тех, у кого этот набор джентльменский есть, те драки массовые и выигрывают. Ну тут, конечно, еще позиционка, но... Опять бизнес фестом выходит, в этот раз поудачнее. И на Ion Disc напоролся. Вот как тут неудачно вышло для Палантимаса. Есть уже Dark Rift, отлично здесь сработал Underlord, уводит против всех. Ну опять тут один только Бивер остался вне ультимейт Андерлорда и решил пешком дойти до базы. Второй раз уже. А у нас второй Рошан появился, и за него тоже возможна борьба. Я уверен, что Спирит пойдут туда в первую очередь. Ну, у них есть возможность забрать Рошана по-быстрому. Тут и бласты, тут и урона уже достаточно от Фантом Лансера. Так что, я думаю, они могут попытаться. Ну и Вега тоже, на самом-то деле, здесь может со своим Тини показать очень хорошие вещи. И Палантимасом близи опять попался. Тут уже поставили вард, еще и просветили его достами. Есть Фил Септер и тэп-аут. Опять Чен тут подпортил кровь команде Спирит. В очередной раз хочется отметить игру именно от Чена команды Вега. Он всегда в нужное время в нужном месте оказывается. И всегда персонажей из-под носа уводит. Но там, правда, два очень неудачных инфеста подряд было от Веги. Там в первый раз просто на варде попалился, а второй раз на Ion Disc напоролись. И в итоге весь демо ушел никуда. Но Чен игру пытается делать. Пытается. И даже получалось первые полчаса. Но вот теперь немного впереди Спирит. И Рошан жив, они не успели туда зайти, да и Вега были готовы к подобному, поэтому тоже недалеко располагаются. В данный момент у Чена уже появился Аганим, у него есть уже второй ультимейт. Нужны БКБ на Тине, нужны БКБ на Пейле. То есть и тем, и другим желательно на этих важнейших персонажах как можно скорее этот артефакт собрать. Вопрос, будет ли Лидан следующим слотом покупать БКБ? Или же придумать что-то еще. У него есть 3000. Ну, хотелось бы пожирнее. Немного. Я думаю, что он в Тараску сейчас будет выходить и только после этого думать. А, знаешь, я еще тут посмотрела на предметы Лайфстиллера и Манта Стайл. Я до последнего думала, что он БКБшку будет брать, чтобы спасаться от Сайленса, который может его угробить. Но он решил через Манту действовать. Дешево и сердито. Верит, видимо, в свои статы. Посмотрим, как это оправдается. Пока мы его в файтах... Ну, инфест видели и все. Как-то физического дэмэджа не давали много наносить Палантимасу. Не сильно ему помогали его рейджи. Вот Близи опять выходит в атаку. В этот раз он попытается... Ну, тут иллюзии от одного лансера остались. Видимо, рассчитывал найти здесь оригинал и... Ну, осознал, что здесь никого нету. Зато уже Рошаном занимаются спириты. Ну да, все-таки они, как и на первого, вышли сами. Но в этот раз врываются несколько по-другому. Вега прыгнул Тини и вернулся. Чен его, в смысле, телепортировал предварительно. И борьба за Рошана продолжается. Много времени Палантимас тратит, вот так вот расхаживает сблизи, и при этом импакта ноль. Ищет себе какую-то жертву одинокую и никого не находит. Вот опять Никс прожимает ультимейт. Выйдет ли на Бивера, найдет ли его. Вот хорошо было бы даже года подцепить, а не успею через инфест его забрать. Вот думаю, заметил. Но боится уже Близи, понимает, что не раз напарывался на Сентри Варды, и там может оказаться такая же засада. ФНГ 15 уровня. Заяц. Заяц, если что, под рукой. Ну вот выжидают Вега, пока спириты выйдут на лоу-граунд, чтобы начать свою атаку через, в первую очередь, дизраптора. Там, правда, уже наконец-то вышел из инфеста лайфстиллер. Уже новый успел откатиться. Веге пока урона не хватает, чтобы пробивать и Андерлорда с его набором слотов. И вообще неприятно драться против Пугны. Вот эти масс-файты могут плохо для них закончиться. И, скорее всего, причина здесь в Никсе кроется. Со своей задачей контрить именно Пугну он пока справляется так себе. Год живет, год фармит, года огромное количество слотов. И БКБ у него есть, он вообще не боится этого Никса сейчас. Теперь у Спирит 3 полноценных кора. У Вега пока 2,5, можно сказать. Ну, вот снова попытка припугнуть, что ли, я даже не знаю, как это назвать. Вот есть инфест, отлично сейчас работали, Лидан все-таки забирает Аегис. Да, не успели сработать, но все равно Близи здесь фокусит. Близи очень быстро разваливался, все-таки пока что живет на Юсепторе, но это временная мера. Один бласт, и год его добивает, Палантимас отходит назад, его сейвит Глиммер Кейпом, но это тоже временная мера. Пока что опять по нему декрепифай, и просто его год разделывает. Это для него даблкил, отличная работа, и Слэйр, я думаю, тут просто в довесок заберут, это уже 100%. Закуска. Да, и через... Ну что, будет у нас борьба на третьей карте за Андерлорда? Какой-то он сумасшедший пока в этом финале. И... Не он сумасшедший, а Кримсон Гвард и Пайпа сумасшедшие.
Ну, просто это, пожалуй, единственный герой, который сейчас может себе позволить покупку двух этих предметов. Не придумайте флейнера, который настолько же полезен и покупает то же самое и обладает хотя бы близко все-таки БКБшку, кстати, купил Фантом Лансер первее, чем Тараску. Ну, это образа. Было логично против Никса, опять же, прокаста Дисраптора и Тини. Он, это единственный герой, которых он боится. Лайфстилеру просто не дают бить ПЛа. А магию он таким образом блокирует полностью. Это минус сторона, как минимум. Да, и байбека нету Палантимуса, что самое страшное. Ну, зато купил себе Мейлшторм. Тут еще Андершок запрыгивает прямо в Адище. Ну что ж, его успели отрепортировать на базу, но при этом Никс Ассасина может попробовать выцепить. Это минус. Никс должен быть, ну, хороший импейл дал напоследок, но это не спасло его сторону. И можно сразу на вторую идти, раз уж так поставились тут ребята из команды Ведов. Да, все фуловые. Или да. Рядом он тоже, у него Аегис еще есть, и БКБшка тоже есть, успела откатиться она. И самое главное, то, что у Андерлорда есть и Сыр, и Кримсон Гвард, и Пайпа, можно подраться, действительно можно, Палантимус грызается в года. Но здесь никого не получается пробить через этот Кримсон, и даже год тут, мне кажется, такой хорошей жертвой. Но при этом маны не осталось совершенно у него, и подраться он тут как следует не может. Зайца фокусит, Зайца минус, Палантимуса тоже может зафокусить, или Телекинез его пытались забирать. И действительно не получается у него никак совладать, инфест есть, прячется пока что. Еще ультимейт неплохой получился от Сёмы, ну или Дана здесь сбили. У него есть Аегис, но его бросили на произвол судьбы пока. Что перестраивается команда Spirit или просто его бросит? Скорее бросит. По-моему, тут я не понял, почему Андерлорд отменил телепорт. Он же мог увозить команду. Там в один момент показалось, что могут выиграть в итоге файт Spirit, но как-то внезапно все посыпались, и телепорт уже был отменен, поэтому остались и потеряли. По факту но бесполезно. У них демедж кончился, на мой взгляд, потому что Пугна просто надо без маны улетать. Была. Да, там да, Пугна да, была да. Абсолютно без маны, и Дарклифт как-то здесь на полпути остановился. И что ж, Андерлорд... Можно было спокойно Пугна. Улететь и не потерять Аегис, самое главное, просто совершить еще один заход. Ну ладно, это Спирит, они подобным любят иногда заниматься. Вспоминаем опять же вчерашнюю полуторачасовую карту, ничего удивительного. Самое главное, что они сейчас гораздо ближе к победе, и им нужно сравнивать счет обязательно. Ну а Вега, как мы видим, пошла в атаку. Ну и что она может сделать-то? Тут атака, конечно, просто выбраться с базы, отпушить все-таки. У них полторы стороны потеряно вблизи. Они рассчитывали здесь кого-то найти. Вблизи тут воздух кинул МПЛ, но никого здесь подавно не было. Опять они пытаются найти кого-то на ошибке, поймать, но спириты уже не ходят по одному. Они действуют аккуратнее. И тут Декафобус с годом убирается вперед. Будут ли они искать встречи с этими загулявшими из команды Вега? Ну, спириты сами готовят свой да. заход, возможно, последний. Там смок есть у кого-то? Так, у РФНГ нет. А, нет, есть, конечно. Ну, тогда могут подготовить атаку. Могут, конечно, следующего Рошана дождаться, но он еще очень не скоро. За это время может многое измениться, поэтому я думаю, с таким преимуществом, с такими слотами можно пытаться, как показала практика, Вега не могут драку выиграть, если Спирит сильно сами не ошибаются, не загуливают, там не отменяют ультимейты и так далее. В остальном же преимущество колоссальное. До сих пор грешу именно на ультимейт Андерлорда отмененный и на то, что не хватило маны у Пугна. Если бы они ориентировались сразу, как понимали, что у них закончился дэмэдж, они могли бы, конечно, без потерь отойти и уж точно сохранить Аегис до следующих времен и, возможно, оставить его даже на третью сторону. Там на топе делать особо нечего, одни бараки, можно было с большим успехом попытаться последний Т3 Тауэр снести. И Близи опять выходит уже с инфестом, за ним вся команда в смоках, будут пытаться выходить. Нет у них вижена совершенно в той области, куда они направляются. Типичная черта многих профессиональных коллективов, любят они именно в неизведанные земли выходить. И год, как же он поставляется сейчас, просто по нему будет импейл, и отлично, Айон здесь срабатывает, пока что это его спасает, БКБшку прижимает, Андершок и начинает уже выкачивать у него хп, но лайфдейн тут ему не сильно помогает, и зацепить все равно никого не получилось, и Декафобус даже не пытался особо помочь, или Дан выходит запоздал, он тут уже ФНГ помогает, это Близи, Близи начинает фокусить, не получилось его забрать, отличный подкопчик получился по Иллидану, держали его на одном месте, но должен он там все равно погибать, тем временем с Бивером разбираются, тем временем и Пугна уже успела выкупиться и вернуться обратно в файт, там также Глимс есть, ну это так. Тоже. Год один оказался в окружении просто всей вражеской команды, а его команда, соответственно, не успела. Он жил-то долго, но команда все равно не успевала, и не получилось по-человечески драку начать, и в итоге вынужден был байбек прожимать в надежде, что файт будет полноценным и так быстро не закончится. Но нет, по итогу Вега сумели 1500 заработать после всего произошедшего, но теперь 4 в 4 без Эрспирита, ребята
и Спирит могут себе позволить пойти сносить оставшиеся бараки сверху. Ну, они прямо тут не пощадили. Есть все. Ресурсов, да, правда, байбека нет у Пугна, который успел его прожать. Ну, давайте последим лучше за байбеками Веги, я думаю, сейчас это будет более важно, и тут все очень и очень печально. Конечно, так, тут и выходит, надо Декафобоса прожимает, ну, все, что у него есть, сейвит команду, Андершок как-то дэмэджа особо не наносит. Вот шикарная работа с Кримсоном, просто никого не пробивает, и даже год становится очень и очень живучим. Заяц. Очень аккуратно держится Вега, пытается по минимуму своих человеческих ресурсов потерять, но тут пара бластов и казарму магов уж точно можно снести, но и спириты пытаются не поставляться, они понимают, что они потратили Кримсон, потратили там уже и Пайпу, и для защиты у них артефактов осталось не так много, правда Фобосу как-то агрессивно пошел вперед, один, просто вся команда его бросила, но он, видимо, решил, что в поле он один воин, и закончился логичной смертью, правда, с Близи, видимо, на размен. Тут это уже Близи позагулял, также. Заивейдил там все-таки этот Глимс БКБшечкой. И правда БКБ-то тратится, бластом откидывается, пытается бежать дальше, никак его не подцепить. И Плантим зря потерял только время, своего рейджа особенно, ФНГ забирают и... Ну вроде как спирит а без Андерлорда-то не получается. Да, это Андерлорд там сам виноват, мне кажется, был. Очень далеко зашел, непонятно зачем. Опять 1000 золота, отыгранное Вегой. В прошлый раз 1500, в этот раз 1000. И вот так потихонечку они себе выгрызают состояние. Ну да, по-прежнему снесена только лишь одна сторона. Лайфстиллер с тени могут, наверное, защищаться и без двух. Главное, чтобы разницы в артефактах не было слишком большой между командами. И Вега пока этой разницы не дают возрасти. Ну а Спирит отправляются вообще вниз. В любом случае придется двух героев ждать, а там и о Рошане можно будет подумать. Узнаем, когда он появится, через 40 секунд. Да, видимо, Дорошана опять здесь. От Рошана до Рошана начинается игра, но это выгодно, это на руку спиритам, они больше имеют спейса для того, чтобы выгодно за него повоевать, но, правда, дважды пытались Вега остановить забор Рошана, и дважды они опаздывали в последний момент, или Дан и Рошана добивал, и Аегис забирал. Но третий Рошан уже будет с рефрешер-шардом, думаю, что тут он достанется, ну, скорее всего, Биверу с его магнетайзом, он очень много урона может донести, потому что Андерлорд с Дарклифтом там по карте летает с одного угла на другой. Хотя, может, что-то придумают. Так, сейчас узнаем, когда появится Рошан. Через минуту. Минуту можно и потерпеть, форсировать не стоит. Проще сыграть понадежнее. Ну, я думаю, Спирит будут дожидаться Рошана. Да, может быть, что-то новое появится. Что там у Пейла? 1500. Байбек у него отсутствует, не хватает денег. Можно и его нафармить. Вообще, с байбеками беда. То есть, с другой стороны, ладно, хотя бы у Веги есть у Лайфстиллера. Кстати, Иллидан решил изменить обычному билду, решил сразу взять себе МКБшку. Хорошее решение против Рейдианса, но вот посмотрим, как ты бы его не поставил. Зайца тут очень быстро разбирает. Заяц пока что живет, подхиливает себя и всю свою команду. Близи очень сильно теряется по ХП. Бивер погибает, но успел свой ультимейт поставить. Нет, не успел ничего сделать, к сожалению. Минус еще и все-таки Близи. Палантимуса начинает цеплять. У Палантимуса там был Мейлшторм, но это ему никак уже не помогло. Мьюльнир даже был апнут. Слэйр погибает, но он свою тоже лепту в файт внес. Как-то здесь все на тоненького было, и ничего Лайфстиллер по итогу файта не сделал, просто ушел оттуда на ноге. И посмотри, сколько просто урона внес в этот раз Иллидан. В этот раз много, он очень смело так пошел, я боялся, что он БКБ не успеет вовремя прожать, но, слава богу, прожал и сумел выжить в первую очередь, но сложно погибнуть, когда рядом с тобой Андерлорд и сейвит всех и вся. Ну, по-прежнему крайне сложно вот такие файты Веги принимать. Им настолько нужно хорошо позиционку занять и в идеале нападать первыми, выключать просто пугну. Ну, как ты это сделаешь? Там БКБ, там Underlord. Это все практически невозможно провернуть. Да, ну, Никс, к биверам. Никс бесполезен получается. Ну, он что-то делает, но это обычный саппорт четверка Никс делает примерно то же самое. Вот я к чему. Ну, радует то, что Иллидан вроде как пожертвовал статами, которые обычно на него торопятся собирать. Там и бабочки, и тараски. И при этом он не потерялся в файте. Он даже близок к смерти не был. И действительно, ребята дотерпели. Отдали одного только бивера, который, ну, хоть ультимейт и не сдал, может, это что-то бы и дало, но зато не дал отдаться более важным персонажам. Вот сейчас уже своих Ancient крипов Заяц отводит подальше. Уже он тут отец драконов двоих заимел. И последний у него еще появился Громозавр. Тоже хорошее решение. Но хотелось бы голема, но, видимо, не нашелся, который дополнительный ХП дает. Опять Близи, опять Инфест. И Мидас, кстати, Никс Ассасина как-то не заметила раньше. Но зато он будет выгодить. При этом посмотри, сколько он нафармил. Ну, то есть у него 11 тысяч, разница с Андерлордом 7.
Это при том, что Мидас есть. Понятное дело, что Никс не способен фармить так же быстро. Ну и помимо Мидаса, там всего лишь два полезных артефакта в данный момент. Юл и Дагер. Знаешь, Аганим, который игнорирует очень часто, хотя и Никса самого игнорирует, это отличный осадный артефакт. То есть с ним можно спокойно дефться на базе, если через полкарту импейлы давать, карапасы, моноберны. Это действительно ценное можно, решение. Вопросов нет, надо только купить его, да. Успеть. Это да. И даже с Мидасом пока тяжело с этой задачей справиться, тем более, когда ты погибаешь в очередной раз, моментально байбекаешься, теряешь деньги, и драка у нас продолжается, огромные проблемы могут возникнуть у Эрспирита, но даже тот пока выживает, Андершок пытается бежать. Ну, здесь уже посыпались немного спириты, хотя Вега. Ну как посыпались, они все живы-здоровы, и просто никого не получается пробить, и ФНГ там живет, спрятался, размен 2 в 1 с учетом байбека. Снова в пользу Спирит. Ну вот если бы Палантимас так не отделился, мне кажется, от файта, было бы гораздо больше возможности забрать хотя бы второго саппорта с Абэ. Вот сейчас ты видишь, как он быстро ХП потерял, как только закончился рейдж. Еще и Близзи опять с байбека. Близзи, между прочим, нельзя умирать, но год подставился. Год сейчас может уйти в минус. Есть к нему Глиммер Кейп. Отлично, Глиммер Кейп и шикарный лайфдрейн. Выдает половину ХП себе, уже выхиливает. И там уже Монобер не поможет никак. Это в итоге еще и минус Андершок. Шикарная работа с Пугной. Все на очень лоу ХП там существовали, но в итоге и ФНГ выживает. И год не подставился. Еще и минус в тени сделали. Ну и там Палантимас тоже ушел, конечно, сильно побитый, измученный жизнью. Поставленный на место. И это третий Рошан. Третий Рошан, который позволит получить также шард. А кому он достанется? Андерлорду? Ну вот я думал Андерлорду. Я думаю, что скорее всего Спириту, потому что, ну что либо там. Либо Спирит он. Потому что он в файте может гораздо больше импакта выдать с этим. Скиллом там все-таки, ну что, Пугна уже есть. В любом случае, Аганим, даже если бы не было, и ничего не выдавали, но Рубику тоже фигня вопрос. Поэтому я считаю, что если они будут играть агрессивно, то нужно через шарф для Спирита идти. Ну, может, они все-таки оставят для какого-то. Ой, подловили. Гем-то есть уже давно, и здесь Близзи может пострадать. Близзи пока живет, но нет, без шансов, он должен здесь погибнуть. Его окружило 4 человека. Да ладно, прыгает на дагере. Ну, тут Юл Септер опять пытается себя сейвить до последнего. Недолго музыка играла. Да, недолго фраер танцевал. В итоге опять это минус Близзи с байбека, который раз деньги как-то не копятся, отчаянно у него не появляется Аганим. И что там с Рошаном? Все никак до него не доберутся. Спириты, казалось бы, давно пора, но вот только сейчас. Тут добьют сейчас. Тини нет, Никса нет. Один лайфстиллер туда не пойдет, поэтому легко заберут Рошана. Ну и будем смотреть, кому шар достанется. Аегис, понятное дело, ПЛу. Сыр. Сыр можно Пугне отдать какой-нибудь. Хотя там все слоты заняты и все слоты полезны. Может, даже и Лидан все соберет. Вот не хватает немного выживаемости команде Вега. Вроде как Палантимас жирненький, вроде как у него есть рейдж. Но вот был бы у них в команде Кримсон и Пайп, это, ясное дело, им помогло бы гораздо больше. Фоба с Аегисом, кстати, смотри. И с шардом. Тут просто уже некуда лансеру положить. Он оставил себе сыр, чтобы после, видимо, БКБшки его переложить в основной стэш. А Фобос тут обязан жить, и Дарк Рифт, и все же ему рефреша шарт отдали. Но тогда действительно это логично. После смерти хотя бы свой ультимейт выдаст. Минус казарма магов, на казарму мечников также наваливаются. И подходит сюда уже Эндершок, Фобос. Ну, видишь, вот тут вроде как выдали на него всем прокастом, а просел он на чуть-чуть. Есть глиф. И уже фуловый, потому что есть талант на Капориген. И барак сейчас упадет. Будет команда Вегас защищаться уже без двух сторон. Очень сложно. Никс только-только появится. Через 5 секунд снова нападение на Фобоса. Но Аегис есть, не забываем, даже здесь его не получается пробить. И он даже Аегис не теряет. Можно с хайграунда теперь опять напасть. Опять Фобоса выцепили, но он так не прижимает. Ну, должен улетать, тут уже ничего не успеешь сделать. БКБшку даже прожал, чтобы выбраться из-под пут. А там внизу все время диверсия от Чена со своими драконами как раз и пушил Т3-вышку. И почти с этой задачей справился. Но дракона не спасли. Нужен еще один. Помню, вот кто это был? Роджер, что ли? Там его отцом драконов называли, у него 3 дракона было. Здесь у него не хватает немного по таким ресурсам. Но я думаю, со временем все придет, будет уже многодетный отец. Пока, видишь, хороший выход от Чена, действительно хороший, потому что он, пока вся его команда пыталась дефаться, хоть и там снесли сторону, но он в это время сложа руки не сидел, потому что спириты могли развернуться еще и пойти трон нести. А так он пожалуй, это выиграл. Было самое полезное действие от Веги за последние минут 10, наверное, потому что спирит не дает, и вот сейчас такое чувство, что Вега с Маках отправляются в драку последней надежды. Если они ее проигрывают, они сдаются. Если выигрывают, то еще потерпит немного. Преимущество колоссальное, 14 тысяч по деньгам, две стороны, и
Спирит осталось просто выиграть одну единственную драку с Аегисом, с Сыром, с Шардом. Как же тут Вивер потерялся опять, но это не так уж и важно, хотя погибает Рубик, это уже опасно, минус 2 саппорта сразу, так как Лобос еще живет, отходит назад, пока что еще ничего не прожимает особенного, есть у него Глиммер, Гарден Грифс, есть у него также еще и возможность БКБшку поражать, ну вот, отходит назад, забирает при этом Иллидана, Иллидан в минус. Декафобос, вот вроде как... Вот файт последней надежды. Но здесь очень хорошо по деньгам выиграли, я думаю, Вега, действительно 2600 золота оказывается для них. Ну, вроде как последняя надежда, а вроде как у них есть Мьёльнир уже на лайфстилере, то есть с двумя сторонами без там бараков он справляется вполне себе хорошо, еще и дабл дэмэдж есть. Здесь даже, наверное, решило то, что Андерлорда не начали фокусить, а он самый жирный, а у него Аегис, и стоило ли этот Аегис ему отдавать? Ну, я думаю, что там просто слотов не досчитались. Тут вообще другое решило здесь, как мне кажется. Здесь решило то, что просто банально не знали Спирит, что последует вот такая атака наглая. И там сразу же выключили двух саппортов, которые ни одной кнопки нажать не успели. Соответственно, 3 в 5 уже драться было не по шансам, лучше было отступить. И то, что потеряли лишь одного ПЛа, помимо этого, это, наверное, нормально. Я так понимаю, Иллидан Сыр не прожимал, да. Сыр у него там до сих пор лежит. Да, он и не успел там. Андершоп. Байбек у него... Кстати, отсутствует байбек, вот это плохие новости, можно ведь и одну сторону попробовать. А ту, которую Чен все это время наглаживал, в итоге это минус казарма мечников, казарма магов, черт бы с ней, можно ее бросить, андершок, инфест в себе держит. Можно было напасть на развороте, но все-таки опасно, очень на тоненького они файт выиграли, и лучше не злоупотреблять своим положением. И действительно, они заработали деньги, свели преимущество к нулю, по графикам это выглядит пока что еще не очень печально, но он еще не обновился до конца. И в итоге это 51-я минута, и для Веги все шансы взять вторую карту еще. Не все потеряно, то есть хорошо они не развернулись. Не все потеряно. Они отыграли 11 тысяч за последние 3 минуты, было 14, осталось 3. И теперь уже драка нужна нормальная для Спирит обязательно. Больше такой халявы не будет. Проиграют еще одну, и если вдруг окажется Иллидан без байбека, это может все плохо кончиться. Байбек у него отсутствует, не хватает денег. Оставляйте всех крипов ему, я не знаю, нужно что-то делать. А Егис, кстати, что там закончился? Нет, еще есть у Андерлорда. Да никто его просто не фокусит. Да, тут уже, мне кажется, не дойдет до забора этого Аегиса. В прошлый раз Фобус и не все прожал, и БКБшку не прожимал, и Гарден Грифс также не были нажаты. Я следила все за этим моментом. Там пайпы под конец вроде как нажал, но только на себя получилось. А вот Грифсы совсем не выдавал. Ну там уже снова в той же позиции, в той же позиции Вега. И снова тот же самый трюк хотят они провернуть. Конечно, не прыгают они на Фобуса, они моментально убивают также абсолютно Бивера. И точно также абсолютно ФНГ. И в размен только лишь на одного дисраптора. Пока Вега в плюсе, драка продолжается. И будут фокусить еще и Лидана. Продолжается погоня за ним. Тут Фобос пытается что-то сделать. Но его абсолютно все игнорируют. Переключаются на Года. Год может погибнуть. Минус Год. А Егис еще кончается в такой неудобный момент. Ой, так как Фобос будет убивать. Да. И дальше и Лиданчика. Ну хотя там трех героев уже потеряли, Лидан-то тоже режет и дорезает зайца, и один на один, кор против кора, кэрри против кэрри, где Лидан был бы победителем, наверное, потому что Плантимас там и без маны, ничего не сделает, но да. Там большое такое подспорье в лице огромного количества крипов, тем более выкатился год, прилетел и Плантимас. Да. Горел, в огне стоял и все равно продолжал лайфдринк вставать, а минус 5 действительно, размен на 4. 5 в 4, да. И все равно в плюсе остались спириты. В огромном плюсе 2600 золота и возможность подпушить. Ну, хотя бы на байбеке попытаться развести. Ну, тут прям нагло идет год. Крипов отпушивает. Бэкдор протекшн не снимается еще ни по одной из сторон. Слишком далеко крипы со всех сторон, поэтому до три вышки, конечно, мечтать пока что не приходится. Ну и не придется, потому что уже скоро ресницы Никс, Слеер. Тут трудновато. И 4 байбека есть. Да, и 4 байбека. С этого захода точно не получится мегакрипов оформить. Если уж совсем будут в опасности, Вега они просто выкупятся. Но этого не знают. Спирит, конечно, пойдут до конца. Вот он, Никс. Никс — это не та помеха, даже с дисраптором. На них можно не обращать внимания. Как-то тут Близи напугал своим блинком. Но, правда, не особо ничего хорошего из этого вышло. Есть аганимчик, вот начинается этот отпуш. Эти импейлы на полкарты. Вот действительно хорошая вещь, когда сделали аганим на Никса, это было бомбой изначально. И там бросили все на него догоны собирать, если ты помнишь, раньше Никс был прям в папчиках исключительно догонистый, а здесь какое-то разнообразие появилось. Но почему-то про этот аганим начали забывать и свою задачу не выполнять, хотя...
до массовых файтов еще не доходило, и полной реализации Аганима мы не видели также. Ну что ж, без байбеков обошлись Вега, хоть и потеряли они Т3 вышку, стоят последние бараки, есть еще за что бороться в этом мире, и Тини 25 уровня собирает себе все-таки Сили Рэдж, ну, краешком сознания своего думая о байбеке. Кстати, байбеки, я думаю, в принципе, можно здесь и оставить уже. И пускай будут они лицезреться нашим работягам. Или Дан все-таки делает Тараску. 3200 уже хп. Ну, Тараска нужна. Сколько раз уже так было, когда его сильно подамажили, он немного отступит, но из-за того, что Тараски нет, он не может вернуться в драку. А с ней он просто вернется через несколько секунд и снова будет продолжать избивать вражеских героев. А, учитывая опыт Спирит, мне кажется, что ребята не пойдут сейчас никуда и сыграют так же, как играли против Нави вчера. То есть пока не будет байбеков на ключевых персонажах, пока там не убьют очередного Рошана, не заберут очередной Аегис, они не будут рисковать. Вега, наверное, попробуют этим воспользоваться и сами пойдут, почему бы и не попытаться. У них байбеков больше сейчас. Зато стороны очень сильно горят. Ну, знаешь, тут тем более байбеки у команды Spirit, это вопрос денег. Время уже там все прошло, все откатилось, ну, не считая Пугны там, я думаю, как-нибудь потерпит. 25 уровень, кстати, у Пугны, плюс 200 урона Незербласта, очень сильно сейчас в своем магическом прокасте. Ну, знаешь, так-то, я думаю, что у спиритов для нападения сейчас шансов больше, они жирнее, чем были в прошлый раз, они опаснее в пуше с Пугной, чем это было в прошлый раз, и они могут просто занаглеть, но хотелось бы, конечно, Рошана иметь под собой. Не будут наглеть, у Иллидана не хватает денег, у него нет байбека, и никуда они не пойдут, он только что купил себе Abyssal Blade. Это не так, команда, которая будет рассказать. Ну ладно, в любом случае там можно собирать Тараску с БКБшкой, местами менять пытаться, но это, если честно, извращение. Пока Abyssal Blade есть, хорошее решение против Lifestealer'а — это первый контроль через его рейдж. Причем хороший контроль, действительно здесь это может зарешать, потому что Lifestealer становится все слабее и слабее. Он-то на хп не собирается, в итоге у него, ну, много армора, действительно много, хотя там у Тераблейда в этой же ситуации было бы больше. Кирасу, наверное, надо было собирать, но при этом 2500 хп. Все на дэмэдж, но жизнь... Кираса есть у тени, не нужна Кираса тут, понятное дело, Lifestealer'у, и вот пошли выбор в атаку сейчас Вега. Ну, урона просто колоссальное количество сейчас у Lifestealer'а, и любую цель он съедает с удара буквально, ну, кроме, может быть, Андерлорда. И пошли в инвизи и нападают на Фобоса. Не самая лучшая цель, и в этот раз по-другому абсолютно пойдет драка. И огромные проблемы в данный момент у Палантимаса, тот прячется, но, скорее всего, да, только благодаря тому, что спрятался в союзниках, пока живет. И будут ли гнать этого тени, пока гонят. Ну, и вот Аникс. Да, Никс выходит из своей кочки, сейчас дает отличный имбейл. Ну, там все это время назорваться, и ты хорошо дамажит команду Вега. Год выходит из-под фокуса, есть на нем нулифайр, переживает это дело. Близи находит, Близи начинает фокусить, прожимает он Карапаса и пытается выйти из положения. Но тут слишком мало у него мана остается, отличный блинкаут, выживает. Как-то здесь файт кончится. Выжили все. Да, бескровно прошел. Я так понимаю. Хотя, подожди, Близи еще может подставиться. Нашли его, Бивер заметил нашли. Наконец-то. Даггер через 2 секунды успеет. Ах, не хватило. Ну, глаз подошел. Хотя живет, еще есть. Опять Карапаса, ну, успел уже... инвиз, но там в любом случае Вижн есть, поэтому погибает. Но была близка эта драка к тому, чтобы вообще ни один герой не погиб. И сейчас, после этого файта, у Пэйла деньги появились на байбек. И мы ждем Рошана, который будет через 25 секунд. Байбек вот Никса. Опять за него может быть борьба, но я думаю, что Вега подозревает то, что она оказывается слабее файта. Вот именно они наступили, и именно они отступать приняли решение. Очень вовремя это сделали, могли там полечь все. Тоже там у них байбеки были не в полном составе, поэтому нужно держаться аккуратнее. Опять на Вижене Близи находится, сбивают это в центре варты, при этом Андерлорд, опять БКБшка, опять Петух Малайс, опять на Близи нападает, Близи отталкивают, ну и Лидан тут уже БКБ, правда, зазря тратит, но у него дабл дэмэдж, хотелось бы подраться. Андершок, БКБ прожимает, вот как-то невнятно файт проходит, тут уже есть наконец-то инфест и выходит уже на передовую Палантимас, но он просто это делает, чтобы отойти назад, весь его свой рейдж он потратил зазря и вперед уже выходить не хочется. Близи должен погибать, Близи лайфдрейн, все это время упорно в кочке сидел, но... Без байбека Близи, он уже выкупался совсем недавно, но нижняя линия толкается, таким образом вынуждают одного из героев Спирит туда отправиться, ну а Рошан появился, и он снова Тим Спирит, судя по всему, достанется. Вега
понимают это все прекрасно и вроде как даже идут в ту сторону, зная, что Пугна отсутствует, но у Пугна есть Тревела, и через 20 секунд... Опять жизнь немного портит, еще Плантимус выходит вперед, Плантимус начинает фокус, и как же ему-то больно с этим Абиссалблейдом, который есть уже у Лидана, фоксит его, тут умер. Уже, да, закончилась Рейдж, ну и в итоге еще Андершока фоксит, просто тут на закуску зашел, и минус 2, шикарно, шикарно сработано. Рошана можно и добить, попытаться вообще-то, но только Фобос один этим занимается, все остальные пытались погнаться, видимо, за Ченом, которого заметили с краешку, но опять это Рошана,